Салют всем, друзья мои! Сегодня воскресенье, а это значит, что у нас очередной конкурс. Вашему вниманию представлены распаковки, обзоры, тесты товаров и все это на канале «Китай стал ближе». Конкурс я сегодня буду делать на три подарка. Первым подарком будет вот такой вот замечательный маникуляр. 16-кратный с линзой 52 мм. Можно наблюдать за природой, за живой. Можно использовать на рыбалке, на охоте. Просто на природу выходя, понаблюдать за птичками, за белочками, за рыбками. Ну, зачем, за всем, чем угодно. А также будет разыгрываться опять 100 рублей за второе место и 50 рублей за третье место. Вот такие вот три подарка, три условия конкурса будет у нас. Значит, первое условие конкурса у нас будет заполнить Google форму. Заполнить вот такую вот яркую красочную Google форму. Здесь, как всегда, все просто. Оставляете свой канал, оставляете свою страничку ВК и оставляете свое имя, фамилия и отчество. Второе условие, это надо будет быть подписанным на мой канал. Обязательно быть подписанным на мой канал. Это второе условие. Третье условие, это надо будет подписанным быть в группу ВКонтакте. Подписывайтесь в группу ВКонтакте, описание будет под этим видео. Ну и еще сделать репостик. Сделать репостик этого видео ВКонтакте и все. В принципе, все. Оставляйте свои комментарии, ставьте лайки. Конкурс будет проходить ровно неделю. Через неделю мы узнаем, кто у нас будет победителем и кто получит вот такой вот замечательный монокуляр. Ну, в принципе, все. Я прощаюсь с вами до понедельника. Участвуйте в конкурсе, выигрывайте призы. Три приза. Первый приз — монокуляр. Второй приз — 100 рублей. И третий приз — 50 рублей на счет мобильного телефона, Kiwi, ну или какой-нибудь вы, если кошелек предоставите, на тот кошелек я и переведу. Все, участвуйте. Жду вас на своем канале. Всем счастливо, всем до новых встреч. А точнее, до понедельника. В понедельник выйдет новое видео. Приходите, смотрите, комментируйте. Всем пока!